Добрый день, добрый день! Есть одна работа, в которой пригодятся твои особые способности. Пропал один из моих гонцов. Я должен знать, что стряслось. Помни, эта цель обязательно должна умереть. Убедись, а то всякое бывало. Мне пора. Удачи. Ты иди, а мое место здесь. Thank you.
нашли. Спасибо. Очень признателен.
окну! Раунд Огриф! Смерти ищешь, воришка? Пока тебя не было, йомсвикинги воевали за других ярлов. Вот их плата. Мне пора. Увидимся.
Твоя пекарня достроена, Тарбен. Теперь наш стол станет богаче. Эйвор, это щедро. Надеюсь, смогу за это отплатить. Ты среди друзей. В этом нет нужды. Зато есть желание. Искреннее. Я вспоминаю добро, которое мне сделали. Чтобы согреть душу, когда доброта становится редкостью. Если ты не против, есть еще дело. Вниз по течению есть торговец с зерном. Я хочу взять у него полдюжины мешков, но мне не хватит на все рук. Я помогу тебе. Замечательно. Не хотел просить Хольгера. Тарбен, что привело тебя к нам? Ваша слава. Услышал, что к английским берегам прибило в атагу отчаянных воинов. Говорили, что вы устроились в центре Мерсии и принимаете любых головорезов, которые к вам приходят. И это тебя привлекло? О, да, еще как. Я всегда был бродягой. А тут подумал, что к лихим людям вроде вас можно и прибиться. Я был уверен, что умелый пекарь вам точно пригодится. Я бы ни за что не подумал, что ты печешь хлеб. У тебя ведь человека, привыкшего к битве. Я часто это слышу. Ты только пекарь или еще что умеешь? Я люблю печь. И у меня это отлично получается. Но если с работой туго, то я чем угодно готов заняться. Лишь бы руками трудиться. Что ж, тут мы с тобой похожи. Да, да, секундочку. Чем могу? Это ты. Что ты делаешь в Мерсии? Покупаю зерно. Найдется на 30 серебряных монет? Деньги есть. Так. Бери, что нужно, и уходи. Этого должно хватить. Спасибо. Всегда рад. И ты... Ты себя береги. Хорошо? Вы с ним знакомы? По-моему, он удивился, когда увидел тебя. Разве? Ну, может, я ему напомнил кого-то еще. В этих местах водится немало здоровых бородачей. Пожалуй, да. Ты спросил, кем бы я стал, если бы не был воином. А мне вот тоже интересно. Быть пекарем – предел твоих мечтаний? Разве так уж плохо, если любишь печь хлеб? Его пекли римляне, его пекли египтяне. Ремесло достойное, но в нем ли твое призвание? Полагаю, что да. Кормить людей, служить тем, кто мне дорог и кто дорожит мной. Все это приносит мне радость. Да, звучит крайне благородно. Не в благородстве дело. Просто ради этого я просыпаюсь по утрам. В этом моя цель до конца каждого дня.
Помочь тебе с зерном? Нет, спасибо. Остальное я сам донесу и разложу, где надо. Ладно. Приятно было поговорить, Тарбан. Я хоть отвлекся. И я тоже. Спасибо тебе. У меня есть кое-что только для тебя. Дай взгляну на товары. Много не бывает. Отличный выбор. Это для истинных воинов. Больше ничего не купишь? Мне пора в путь. Прощай. Увидимся, Эйвор. Что ты сегодня предложишь? Здравствуй, Петра. А, это ты. Говори. Последние пару вечеров мы слышим вой волчьей стаи у самой границы нашего леса. Если ничего не сделать, волки изведут всю дичь, а потом придет и наша очередь. Думаешь, их надо прогнать? Лучше перебить их всех. С твоего разрешения, конечно же, и с твоей помощью. Да, ты права. Я пойду с вами. Отлично. Не стоит недооценивать волчью стаю. Идем же. Сюда. Я видела, как они рыскали на холме. Иди, я за тобой. Поселение у нас хорошо расположено. Тут красиво и много прекрасной дичи. Но и волков хватает. Может, из-за этого Рагнарсены и ушли. Люди нарушили равновесие, и природа теперь мстит. Нападая на нас? Волки сделают все, чтобы выжить. Их потревожили, и они пришли к нам. Идем сюда. Гляди. Хлебные крошки и корки. Видно, они что-то стащили у Тарбена. Или с чего-то стола. Ты отсюда все разглядела? На земле их сложно не заметить. Вон, видишь? Эй! Сюда. Чуешь? Волк, самец. Пометил территорию, чтобы отвадить соперников. Как ты узнала, что это самец? Запах особенный. Не ошибешься.
Как ты научилась мастерству следопыта? Вся моя семья жила охотой. Я родом с Востока. Ты верно и не знаешь о тех землях. Но большую часть жизни я провела в Англии. И Воллес тоже отсюда. Вы похожи на нас с Сигурдом. Семья не по крови, но по духу. Да. Между прочим, Воллеса мы нашли в лесу. Его бросили еще младенцем, а мы приютили. Глянь, тут волки убили добычу, они рядом. Так-так. Думаю, они утащили бедного зверя. Мы близко. А, видишь следы зубов на туше? Они другие. Тут целая стая, не один волк. Верно. Пойдем дальше. Итак, вы нашли Воллеса в лесу? Да, мы были в лесу, и я заметила впереди белого оленя. Побежала за ним, надеясь завалить, но отстала. Потом вышла на поляну, а там лежал малыш. Наш Воллес. Один-одинешенек. Ага, смотри-ка, вон там, в траве. Там кто-то спал. Вот это да, Петра. Ну и талант у тебя. Это так, пустяки. Так ты встретила оленя, и он привел к Воллесу? Да-да, будто судьба вмешалась. Мы приютили его и выходили. Я сама тогда была еще ребенком. И с того дня нас воспитывали, как брата и сестру. Свежие туши. Волки уже так близко, что верно слышат нас. Думаю, убежали недавно. Думаю, там наши волки. Эй, ты! Спрячься! Эйвор, за мной. Пора с ними покончить. Я буду рядом. Все, никого не осталось. О, спасибо! Спасибо вам от всей души! Ты цел? Это были твои овцы? Да чтоб их! Последнее, что у меня осталось! Бедняжек было не спасти! Коров я давно потерял! Теперь и овец нет! Иисусе, что я за скотовод? Сочувствую тебе. Но волки мертвы, можешь жить спокойно. Разве только с Божьей помощью? Но я постараюсь. Ты хотя бы остался жив. Значит, можешь начать все снова. Эйвор, стой! Я что-то слышала. Что? О, вот это облегчение! Феликс, Розмари! Сладкие мои, вы живы? Сюда, мои ангелочки! Ну и прекрасно. Неплохо, Эйвор. Охотишься ты не хуже, чем дерешься. Дай мне еще пару недель, превзойду и тебя. Вот увидишь. Я буду рада твоим успехам. Славная охота, Петра. Если опять появится опасное зверье, обязательно зови. Сразу же обращусь к тебе, Эйвор. До встречи.
это ты. Валка предсказала нашу встречу, но все же не верится, что именно Эйвор спасет наш остров Скай. А ты кто? Вечно ты торопишься, Эдит. Эйвор, Эдит Вельва и моя подруга. Она пришла ко мне за советом. Ее народ терзают кошмары вплоть до безумия. Не знал, что на острове Скай есть поселенцы. Поселения там небольшие, зато много странников. Поэтому дурные сны так опасны. Обычно-то я пытаюсь угадать, пахаря или пекаря сулит в мужья моей кузине сон, где она жует перья. Так, я запутался. Эдит нужна помощь. И страдает не только ее народ. Как и Вельва, я хорошо чувствую мир духов. И беды со сном коснулись и меня. Боюсь, скоро они придут и в Рейвенсторм. Я займусь этим. Но не то, чтобы у меня был опыт борьбы с дурными снами. Это не все. Тебе это не понравится, Эйвор, но, боюсь, здесь замешана Рандви. Может, это ее рук дело? Валка, на сей раз ты точно бредишь. Рандви бы такого не сделала. И не могла, она же всегда здесь. Когда кошмары пришли сюда, к нам, я попросила ответа у духов, и мне было видение. Смутное, но я знаю, что видела. Ты найдешь Рандви на острове Скай в некоем месте смерти. Сперва вам придется сразиться, а потом расстаться навсегда. Это невозможно. Не хочешь — не верь. Единственный способ узнать правду и остановить кошмары – отправиться на остров Скай. У меня свои обязанности, но Эдит тебя сопроводит. Ну что, готов? Мой народ не выдержит дольше без сна. Сначала мне нужно время. Когда подготовлюсь, вернусь. Прошу, побыстрее. Нам нужна помощь. Тебя нанял. Кому ты служишь? Эйвор, послушай-ка. Этот Бакраут с дружками пытались разграбить Рейвенсторм. Остальные мертвы? Кое-кто, но больше сбежали. Ущерба много не нанесли, но украли часть снаряжения. Позвать Рандви? Нет, у нее хватает дел. Я этим займусь. Ну что, ты задумал поиграть в викинга, малыш? Готов пройти этот путь до конца? Я ничего тебе не скажу, Дан. Ни единого слова! Я не из Данов. И к чему мне слушать твои слова? Может, я хочу платы кровью? Отруби ему ногу. И ни к чему резать ровно. Можешь не точить клинок. Нет, постой! Только не руби ногу! Это сэр Эдвард велел вас ограбить! Он заплатил нам! Сэр Эдвард? Элдермен Вестерны. Так он себя кличет. Говорит, что ненавидит викингов. Особенно вас. И где же мне искать этого сэра Эдварда? Не знаю. Мы должны были собраться с награбленным у Дракара к западу от Рейвенсбурга. Мне сказали только это. Отведи его к Рандви. Может, обменяем парня на свинью? А я взгляну на тот дракар.
А, вот и мой любезный друг. Все на сегодня. Увидимся.